Всем привет, с вами Слай, и сегодня мы, как всегда, находимся на Hypixel и сыграем вместе с вами в Skywars Insane. Итак, давайте же начнем. А перед началом этого ролика я хотел бы посоветовать вам канал Enderplay, на котором вы сможете найти много роликов по Skywars и также многое другое. Также этот парень делает качественные и недорогие шапки и аватарки, так что не забудьте к нему зайти и также помочь набрать 100 подписчиков. Итак, ребят, начинаем играть вот на такой великолепнейшей карте вместе с Kingdom Knight. Игра уже начинается, и сегодня мы попытаемся установить новый рекорд по киллам. Начнем, естественно, с единицы, ну и в будущих сериях, ребят, мы постараемся его обновлять и ставить гораздо больше рекорды. Ну а вы пока что можете поставить лайк под этой серией и в комментариях под этим роликом написать новую ачивочку, которую я выполню уже в следующем ролике. Ну и, естественно, также еще и написать, сколько же киллов у вас максимально удавалось достичь на сервере Hypixel в режиме Skywars Insane. Ну и потом, ребят, возможно, будем менять Skywars для того, чтобы все-таки посмотреть, в каком же из Skywars гораздо проще играть. Так, пока что собираем яблоки себе, яблоки собрали, и будем уже бежать на мидл, где, конечно же, очень хорошо залутаемся, ну и, надеюсь, сейчас уже начнем побеждать. Так, находимся топор, находимся стрелы, все пока что очень хорошо. Второй наш сундук нам дает ботиночки, кстати, в двойном экземпляре. Все, ребят, у нас сейчас просто замечательно. Сейчас будем подниматься выше и попытаемся там тоже залутаться, ребят, для того, чтобы неплохо так победить. Нас там пытаются уже скинуть, скидывают нас луком. Круто. Очень все, ребят, у нас круто. Ставим здесь пока что вот так вот блоки, чтобы нас не скидывали. Откуда нас скидывают? Откуда нас пытаются скинуть? Я не пойму. Так, нас скидывают вообще снежками. И, как я понимаю, вообще сзади нас пытались скинуть. Так, кидаем себе регенку пока что. Пока что будем хилиться и, наверное, лутаться в этот момент. Собираемся зажигалку, собираем снежки, собираем себе пока что неплохие вещи в инвентарь, чтобы у нас весь инвентарь был в полезных разных предметах. Например, в снежках, например, в, возможно, ТНТ. Я не знаю, я обычно его не использую, ребят. Может, в этой серии мы пытаемся кого-нибудь взорвать. Потому что всего за весь Skywars я использовал его один раз, и вы этот момент вроде как видели на канале. Ну и надеюсь, вы его уже смотрели. Это, наверное, самая топовая серия, у меня там больше всего просмотров по Skywars. Однако я точно не уверен, но вроде как она топовая. Реально самая топовая, так там внизу есть игрок, мы сейчас будем его забирать, наверное. Ну а заберем мы, наверное, его все-таки. Сейчас просто вот так вот спрыгну. Подожгем его сейчас лавой. Так, где он у нас? У нас пытается забрать, но у него ничего не получится, ребят. Мы просто топчики, он же поджигается и сливается, да? Добрый день ему. Добрый день этому игроку. Мы почти забрали его вещи, они уже горят. Ну ладно, главное сейчас просто выжить. И главное сейчас очень даже неплохо залутаться. И сохранить эти вещи. Поднимаемся выше, едим пока что яблоко и регеним свои хп. Регеним мы их очень быстро за счет как раз этой регенерации, которую нам эти яблоки подарили. Одеваем все топовые ботиночки. Меч на старту 1, замечательно, мы уже неплохо оделись. Можем скинуть все ненужное пока что вот сюда. Собственно, здесь у нас будут самые ненужные вещи, которые мы использовать вряд ли будем вообще за всю серию. Возможно, сейчас кто-нибудь подберет, возможно, кто-то сейчас хорошо оденется, но это не так уж и важно, ребят. Потому что мы остались вдвоем против одного игрока, и мне кажется, сейчас я его просто смогу забрать. Забрать очень легко, потому что он находится не в самом лучшем положении, у него нет вещей, у него нет медла. И сейчас он просто, мне кажется, сольется. Кстати, ребят, возможно, именно он нам и кидал как раз-таки тогда снежки в прошлый раз. Так, пока что воду забираем, и сейчас уже будем к нему бежать и пытаться его забрать. Он у нас ломает блоки, он пытается сохранить, ребят, свое положение, но все же он сейчас сольется, и мы в итоге выиграем. В этой каточке все, забираем его, он был какой-то совсем изичный, ну и мы победили. Ставьте лайк, ребят, сегодня поставили рекорд в 2 килла, и в следующих сериях будем его, конечно же, увеличивать. Ну и на этом, ребят, все, можете пока что подписаться на канал, оставить свой комментарий, поставить лайк этой серии, потому что если мы набираем 170 лайков, то завтра выходит новый ролик. Ну и также не забудьте написать свою ачивочку. Кликайте по аннотации и смотрите мои прошлые ролики. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч.